find myself picking up the pieces, you picking up the pieces, pieces. I'm picking up the pieces, you picking up the pieces. I'm picking up the pieces, you picking up the pieces, pieces. I'm picking up the pieces, you picking up the pieces. I'm picking up the pieces, you picking up the pieces, pieces. I'm picking up. Всем привет! Наконец-то прошли 14 часов в автобусе, в котором мы ехали. Это было просто ад, вот что я хочу сказать. И мы приехали в отель, на репетицию опоздали, и с первого вида отель вроде лакшери, с видом на него. И, короче, попозже я вам еще расскажу много чего. В общем, мы уже заселились в номера, и отель такой симпатичный, номера тоже хорошие. Вот. Есть одно но. Я не могу его рассказать. Репетиция! Здороваться. Здравствуйте, добрый вечерочек. Мы в Питере на конкурсе. Юля, если ты куда-нибудь выделишь этот кусочек, я тебе отключу голову. Смотрите, какие плотики. Качки. Лерочка, любимая, самая красивая. Привет всем. А мы из Беларуси. Вы знаете, где это? Нет. Беларусь, вы не знаете, где Беларусь? Я нет. Это может показаться очень смешно, да? Но мы переезжаем. Не успели мы только заселиться, но мы... И вот мы переезжаем. А причину, по которой мы переезжаем, я вам скажу позже. Не думала, что это произойдет со мной и с Яной, моей соседкой. Но это произошло. Дело в том, что мы переехали из одной комнаты, потому что там были маленькие жучки. Хорошо, что я вам не показала тот номер. Ужас. Лакшери. Вот что-то у меня было предчувствие не снимать его, вот. В итоге мы переехали на третий этаж, все живут на втором, мы на третьем, такие VIP. Чики. Вот, и здесь есть вид у нас, кусочек, ой, я вам завтра, может, покажу. Вид на Неву. Чуть-чуть. Реку. Чуть-чуть, ой, блин, чуть-чуть. Здесь у нас есть телек, совсем посмотри, другой телек. Телек. Здесь у нас такие абажурчики симпатичные. Вот этот номер я вам могу показать. Вентилятор тут у нас хороший. У нас тут даже зеркало есть. Вот тут. Вот. Симпатично, правда? И у нас есть зеркало. Вот здесь. Вы понимаете? Вот, вот здесь. А ванная? Как заходишь? А ванная? Знаете, это ванная. Я думала, тот номер был симпатичный, но... Вообще, Яна, мы с тобой VIP, так что к нам, пожалуйста, на вы. Шутка. Серьезно, гораздо круче. Ну, туалет вам, не важно. Короче, Яна, пошли с тобой. Ой. Мы пошли с тобой. А здесь есть полочки? А, Яна, зато здесь есть тумбочки. Ну, тумбочки есть? Ну, полочек так и нету, но здесь есть тумбочки. Мы сегодня цари просто. Просто цари, которые ходят тут по личному этажу. Вот такие танцоры, что ушли с конкурса. Ну, в смысле, с открытия конкурса. Массаж. Мы выступаем завтра. И, честно сказать, стрёмно. Я, как уже давно не танцующий человек, к сожалению. Да ладно, шучу, я много раз выступала. Важно, это когда никто не видит. Да, селфи или панорама? Или видео? Это видео. Это видео. Это значит, что мы позировали. Мы начинаем. Что от Лерле? Да-да-да-да. Сегодня у нас первый день конкурса, и что-то трясет как-то немножко.
Ну, мы пока отдыхаем, а дальше посмотрим, что будет. Вот мы отдохнули, и сейчас мы идем на репетицию, я думаю, вот, да. В 11 часов репетиция, а выступаем мы в 3 часа вроде бы. Участник! Мы на репетицию. Стойте. Это мода. Профессион. Я. Это святая святых. Просто ненавижу краситься. И вообще я опаздываю, блин! На сегодня все. Только пришли, вот. Станцевали два номера. Космический и иные. Это... Нет, я вам не покажу. Короче. Ну, я от себя ждала лучшего, честно. Я много спуталась. Ну, будем надеяться на лучшее, что мы завтра еще продолжим выступать. Боже мой, это макияж, это был просто кошмар, потому что все в блестках, во рту блестки, в глазах блестки, еле смываешься. Не знаю, что будет. Чего не сделаешь ради танцев. Да. А, кстати, смотрите. Смотрите, это кровать Яны. Лайк за ее кровать. А это моя кровать. Ничего не ставьте за нее. Вечерочек, дубль два. Мы идем по Питеру. Я буду... Теперь я буду снимать видео на Ялин телефон. На Ялин. Да? На Ялин. Смотрите, у нее панда на голове. Поверни. О, посмотрите на нее. Посмотрите. Просто посмотрите на этого человека. Потому что она слишком любит Макдональдс. Питер очень странный город. Больничный. Юля села отдохнуть. Она просто очень сильно устала и решила прийти на экскаваторе в метро. Ну, как-то так. Почему, ребята, жизнь так и справедлива? Мы не прошли в финал. Ну, точнее, во второй тур. Видели бы вы наши номера, блин, серьезно, это просто несправедливо. Если бы вы увидели наши номера, вы бы, возможно, сказали, как они прошли, ла-ла-ла. Просто наш коллектив полностью, все в шоке, конечно. Но надо же не расстраиваться, да, правда. Задумки предыдущих номеров просто потрясающие, просто эффекты, просто свет был офигенным. Костюмы вообще. Маленький плюс того, что мы не прошли. Мы отдыхаем, можно поспать. Всем спокойной ночи, пока.